Продолжаем работу. Заклеен был верх, и теперь занимаюсь боком. Вот я прошел тризаком две детали. Вот, для того, чтобы мельчайшие там царапинки, паутинку подубрать. Вот, в дальнейшем буду полировать. Пока что идет шлифовочка. Естественно, лак становится матовым, снимается там одна, может, полторы сотки, ну это позволительно, но не более, потому что можно прошлифовать, а потом при полировке еще и прополировать. Поэтому я советую в таких случаях быть очень аккуратными. Вот что мы видим, уже подсыхает, видно, что лак немножко подзачищен. Что сейчас надо сделать? Сейчас надо вот эти остатки лака, грязи, вот эту, скажем, суспензию высохшую, ее лучше удалить. Ну, в данном случае замыть. Вот, вот так, такие салфеточки есть разовые. Берешь с водичкой, замываешь, продуваешь компрессором, лишнее выгнать, и можно начинать полировать. Мы видим, что лачок очень хорошо прошкурился, стал матовым. Естественно, большая часть мелких рисок, особенно паутинка, все это ушло. Вот. Особенно вот это характерно под ручками, где ногтями, когтями царапают. Более тщательно надо вышкуривать. В данном случае вот здесь придется вручную 2 или 2500 брать шкурочку и все это дело вышкуривать, и потом маленьким полировальничком, небольшим там диаметром 50-60 миллиметров, вышкуривать такие места неудобные. Точно так же арки, канты, вот, вот эти вот моменты лучше маленьким полировальничком будет делать. Ну вот видно, что, конечно, царапин тут тьма. И такие царапины, естественно, никакой полировкой не снимешь. Вот. Это уже как бы придется оставить. Потому что толщина здесь очень маленькая. И можно просто-напросто попасть на покраску. Что ни в мои, ни в чьи планы хозяина не входит. Поэтому лучше не дополировать немножко, чем прошкуриться. Продолжаем дальше. Ну, вот видно матовое. И вот после первого номера заблестело. К сожалению, не могу я так снять камерой, чтобы было видно, но на блике видно. Естественно, на пластике видно. Засияло. Но это пока что у нас первый номер. Но глянец появляется. Потом будет второй номер, третий, все будет в порядке. Сейчас резкость наведем. Вот после первого номера прошелся. А вот что было. Вот примерно такая поверхность была, в том числе и вот здесь под ручкой. Сейчас этого уже ничего нету. Сейчас
Сейчас все гладенько и красиво. Ну, потом мы пройдем вторым номером. Это естественно. Но уже как бы результат радует. Приятно посмотреть. Что, продолжаем дальше. Вот соседняя деталь. А вот деталь уже после первого номера. Опять же, под ручкой, под второй. Сейчас, наверное, надо лучше включить подсветку. Вот такая красота от когтей. И смотрим тут. Красивый какой металлик. Ну вот, конечно, отдельные царапины глубокие видны. С ними ничего не поделаешь. Вот они видны. А в общем-то, разница между вот этим и вот этим значительная. Та же ручка вон. Конечно, еще полироль тут на ней, но в общем-то. Видно, что все удается. И вот такая матовость. И здесь очень хорошо видно матовую поверхность, которую мы зачистили трезаком. То есть все отлично получается. Вот. И большую часть царапинок даже первым номером можно убрать. Вот. Помогла подсветка. Все начинает блестеть потихонечку. Какая красивая краска. Ну да, блестючая. Ну, уже результат, конечно, виден. И результат положительный. Красота. Положительный результат возникает, если на все положить. Да. Будем положить. Чтобы был положительный.